Привет, друзья, меня зовут Тим Морозов. Сейчас я нахожусь на краю деревни, где давно стоит, как мне рассказали, покинутый дом. По рассказам, некоторое время в этот дом ходили играть местные дети и использовали его как шалаш. Говорят так, что в поисках острых ощущений и ради шутки они попробовали вызвать здесь пиковую даму. И с тех пор с этим домом что-то не так. В темное время изнутри слышатся крики. Иногда в окнах появляется силуэт женщины в черном. Однажды на глазах у одного из местных жителей распахнулось окно. Само по себе. Меня заинтересовал этот дом и эта легенда. И я решил проверить, действительно здесь есть что-то паранормальное? Или это один из деревенских мифов о доме с привидениями? Я, пожалуй, сначала смотрю дом снаружи. Заходить пока внутрь не буду. Ну, пока я ничего не слышу. Попробую войти в дом. Здесь есть кто-нибудь? Как ни странно, тишина. Но выглядит здесь все довольно-таки антуражно. Действительно, словно дом с привидениями. Черт! Что за фигня? Черт! Удар был в стену. Сейчас день, на улице светло. Черт. Здесь есть кто-нибудь? Тут есть кто-нибудь?
Дырка. Тут в окне дырка. Я так понимаю, это осколки от банки. Друзья, там в окне нету стекла. Я думаю, что сейчас надо мной кто-то шутит, пранкует. Возможно, кто-то из местных сейчас в стенку кинул банку и раскачал качели. Я, конечно, не уверен в этом на 100%, но пытаюсь найти логическое объяснение. Для начала мне надо убедиться, не шутят ли надо мной. Поэтому сейчас я схожу за планшетом, установлю в этой комнате камеру, а сам буду наблюдать с той. То есть две комнаты у меня будут под наблюдением одновременно. Так, друзья, я установил камеру. Сейчас она транслирует прямо с той комнаты. Если появится человек и что-то попытается сделать, то я его увижу. Наверное, друзья, действительно, на этот дом не стоит тратить времени. Потому что, скорее всего, это розыгрыш. Эти качели, знаете, эти игрушки лежат. Все будто сделано, как будто специально. Собираться, в принципе, и я не понимаю, здесь будто бы что-то не так. Что-то изменилось. Нужно пересмотреть камеру на всякий случай. Качели снова качаются. Нужно пересмотреть камеру. Вот же черт. Утка сама покатилась. Сама по себе. Столки вышел, получается. Качели еще дернулись. Охренеть. Друзья, надо мной никто не шутил. И это вовсе не миф. Моя камера запечатлела два движения, которые произошли сами по себе.
здесь действительно обитает что-то потустороннее, осталось выяснить, что именно. Сегодня я останусь на ночь в этом доме, чтобы выяснить это. Итак, я решил расположиться в комнате с качелями, где уже что-то происходило. Я решил обосновать здесь свой штаб. Сделал такую комнату из пленки и поставил печку. Дело в том, что я собираюсь пробыть здесь всю ночь, а сейчас погода очень холодная, да и дом очень дырявый. То есть там уже видна крыша, и все тепло выходит. На улице минусовая температура, и чтобы пробыть здесь ночь, пришлось прибегнуть к таким действиям. Все камеры я уже расположил, и технику осталось только все включить, и я буду наблюдать за домом. Конечно, довольно прохладнее, чем у меня в штабе. Показаниями немного увеличились. Смотрите, доходит до 23. Что-то начинается. Пять, шесть, семь, девять. И исчезла сейчас. Снова игрушка. Ты тут? Это твоя машинка? Ты можешь поговорить со мной при помощи рации? Сказать что-то при помощи радиоволн? Я положу твою машинку обратно.
Если ты здесь, может быть, ты хочешь поиграть с моей куклой? Я посажу ее на качели. Прошло полтора часа после последней активности. Такое чувство, что оно ушло или не хочет подавать никаких знаков своего присутствия. Возможно, это из-за того, то, что я предложил свою куклу, то есть сделал доброе дело, предложил свою куклу поиграть. И оно перестало подавать какие-либо знаки. На камерах ничего нету. В принципе, все камеры пишут. У меня здесь тепло. Если ничего не будет происходить, то мне нужно завтра с утра ехать домой. Путь не близкий, поэтому я постараюсь лечь. Не знаю, усну ли я после того, что было. Ну, постараюсь полежать, отдохнуть. Произошло. Он меня бросил. Твою мать. Зачем ты бросила куклу? Черт. Наверное, датчик на срабатывание, когда призрак прикасается к кукле, напугал его, призрака. Ты еще здесь? Я не хотел тебя напугать. Ты еще здесь? Будто бы детский голос по рации. Только я ничего не понял. Ты можешь повторить? Ты можешь сказать еще раз? Я не понял то, что ты сказал. Или сказала. Рация сработала. По идее, значит, поступил сигнал с этой комнаты.
ты можешь повторить то, что ты сказал или сказала? Я не понял твоих слов. Возможно, этот призрак очень слаб и только изредка может себя проявлять. Еще я заметил, он ведет себя как ребенок. Когда я сюда только пришел, была тронута утка, качели, машинка. Сейчас по рации я тоже слышал, будто бы детский голос. В кемпере с утра я попробую его расшифровать. Сейчас я буду дальше наблюдать до утра, в надежде, что оно еще подаст какой-нибудь знак. Главное, ничего не пропустить. На этой камере свет погас, но это, скорее всего, не мистическое. Время уже к утру, и, скорее всего, просто сел аккумулятор. Я думаю, что в скором времени сядут и остальные. Включился еще один аккумулятор. Я думал, можно собираться и заканчиваться съемкой. Пойду расшифрую запись и пересмотрю некоторые кадры. Решил переслушать то, что говорил по рации призрак. Меня просто это очень заинтересовало, и я чутко слышу «Помоги мне». Послушайте сейчас. Только я не имею понятия, как я могу помочь этому призраку. Друзья, я сейчас пересмотрел момент с машинкой. Сейчас я покажу. Видите этот темный силуэт за пленкой? Это сущность, вовсе не призрак ребенка. Это что-то бесовское. Именно бесы любят прикидываться либо родственниками, либо еще кем-то для получения какой-то выгоды или жизненной энергии. Я думаю, что сегодня я домой не поеду. Останусь здесь еще на одну ночь, чтобы до конца выяснить, что это за сущность, и в лучшем случае узнать ее имя. Ну а пока на этом все. До скорых встреч. Дили-дили-бум, закрой глаза скорее, кто-то ходит за...